Повысить заработную плату и поднять уровень благосостояния граждан. Об этом сегодня шла речь на встрече в Рио губернатора края Виктора Томенко с руководителями профсоюзных организаций. Средняя зарплата бюджетников составляет чуть больше 23 тысяч рублей, а в реальном секторе того ниже. Это самый низкий заработок в Сибири. Руководители профсоюзных организаций обратились к Виктору Томенко с просьбой решить проблему. По мнению в Рио губернатора, увеличить доходы можно за счет развития экономики и создания новых рабочих мест с высокой заработной платой на предприятиях. Постепенно вырастет и средняя зарплата в крае, отметил Томенко, на которую начнут ориентироваться работодатели других сфер. Реализация здесь новых проектов, созданием новых рабочих мест, заработная плата, на которых будет выше средней, которая есть по краю, уже будет приводить автоматически к росту этой самой средней. Будет средняя расти, будем среднюю тогда объективно и обоснованно и у бюджетников поднимать. И, соответственно, все остальные предприниматели, работодатели в частном секторе, особенно которые работают, естественно, будут ориентироваться на то, что у бюджетников происходит.